Здравствуйте, дорогие зрители! Спасибо, что вы смотрите наш второй поэтический вечер. Стихотворения, которые вы сегодня услышите, написаны разными авторами, живущими в разных городах и разных странах. Объединяет их то, что они все были написаны за последний месяц. По определенным всем известным причинам, сейчас эти произведения исполняются без указания авторства. Два эпиграфа. Лишь один звонит колокольчик, словно спрашивает: «Ну где же ты?» Михаил Щербаков. Кто-то должен все время смотреть на свет, повторяя упрямо, что смерти нет, потому что в действительности у тьмы нет другого оружия, только мы. Ася Анистратенко. Вторая мариупольская колыбельная. Ангелы ходят на цыпочках, снуют на цыпочках. Ангелы не знают силы тяжести, притяжения земли, той земли, что взяла и засыпала, с головою засыпала, из-под которой достать не смогли. Ангелы говорят: мы здесь волонтерами, поднебесный первый. Хотите кофе, подлить молока? Посмотрите, не бойтесь, уже ни сосудов, ни нервов, совершенно целы ваша нога, ваша рука. А над рукой повыше, ну, что тут теперь поделаешь? Не дергайте, говорят, будет больно, оно приросло. Да, конечно, если хотите, можно не белое, только убрать не получится. Ваше крыло. А хотите пробный полет над райскими нивами? Не хотите? Давайте потом, когда перестанет трясти. Что здесь делать? Лучше всего получается быть счастливыми. Ой, простите, простите. Прости, прости. А хотите, мы вам вырастим дерево, настоящее дерево, с гамаком, как у бабушки во дворе? Покачаетесь. Кошка? Нет. Кошка через неделю еще. А пес через 10 лет. Его будут беречь. Ну, конечно, вы не готовы, совсем не готовы. Так ни с людьми нельзя, ни с кем вообще. Но хотите дерево? Оно будет как старое, хоть и новое. И, может быть, каких-то еще знакомых вещей. Чтобы ночь и поспать. С утра все выглядит проще. Пригасить вам звезды? Одеяло? Может, кто-то озяб? Ангелы оставляют дежурных и уходят рыдать в небесные рощи. Потому что нельзя так. Ни с людьми, ни с ангелами, ни с кем нельзя. Он приходит под вечер, седой, с заостренными скулами, варит кофе, садится за стол, открывает тетрадь, проверяет осанку, чтоб плечи не стали сутулыми, собирается с мыслями и начинает писать. Про своих запорожских друзей и поездки на Хортицу, и про то, что весна, значит, снова в поездку пора, и про то, как ему так давно и безудержно хочется окунуться в могучие воды красавца Днепра. А еще про футбол, кто там будет играть первым номером, ждет победы от сборной, хоть как не сжимают тиски. И про то, как в минувшее лето в лесах под Житомиром он любимую женщину чаем поил у реки. И картины в стихах до того ослепительно яркие, что собой затмевают удары крылатых ракет. Снова пишет стихи в украинском несломленном Харькове под российскими бомбами русскоязычный поэт. Военная служба — это не детские ясли. И куда же послали детей? Младший возраст военный. Украина ведь не болото. Так что же вы так увязли? От войны за версту несет смертью, а от смерти гиенной. Переливание крови в землю чужую. Вот процедура российской смертельной раскрученной медицины. Штык не молодец, и пуля вовсе не дура. И Дантов ад опробовал тут терцины. Эти круги подобны мишени в подземном тире.
целься под яблочко, попадаешь в копейку. Так куда же вы, детки, поперлись? Жили бы с нами в мире, на Рождество Христово резали бы индейку. Не обижайтесь, дети, за то, что мы вас не жалеем. Не обижайтесь, детки, за то, что мы вас не желаем. Не несем венки к обелискам по надгробным аллеям. И только трехглавый кербер вас провожает лаем. Сперва говорили, что это зима. Вот марта дождемся, и злая беда растворится сама, прольется дождем вся. Но март наступил, а дождя не видать, и сыплются пули. Когда же уже победит благодать, быть может, на Пурим? Ведь разве так можно людей, словно скот, гляди в эти лица? На Пурим везде продолжался исход, Аман веселился. Вмешайся, Всевышний, зачем тебя нет в разрушенном доме? Дождя не видать, но неспосланный снег топили в ладонях, играли в метро, хоронили в песке, рожали в подвале, писали родных имена на листке и их целовали, шептали им: «Миленький, не простудись, на улице мокро, гляди в эти лица, гляди и стыдись, что ты не помог им». Ты слышишь, Всевышний? Тебе говорят, кричат прямо в ухо. 140 колясок построились в ряд, и в каждой ни звука. Гляди в эти лица, в сырые кусты, в обломки, в остатки. Гляди на густые косые кресты на детской площадке. Вот этим неделя, а эти новей. Кому нам молиться? Ты помнишь, что значит терять сыновей? Гляди в эти лица, гляди, в темноту эту страшно ступить, шагами заполнить. Есть то, что нельзя никогда искупить, но нужно запомнить. Быть может, на Пасху? Да будет она, запахнет весною. Последний же враг истребится — война. И дождь ее смоет. Урок истории. Государь-император, извольте выйти из сна. Я не спал, генерал. Как там война? Война еще продолжается. Противник сдается в плен. Нами на 10% взят город Н. А что в стране, генерал? Небывалый подъем патриотизма. Мы гимн по утрам поем. Школьники с первого и по последний класс изучают вас, обожают вас, прославляют вас. Заводы работают, в закромах страны урожай. Отщепенцы выявлены и высланы за можай. Бунтари в бутырке, лояльным усилен паёк. Миг торжества справедливости недалек. То есть все хорошо, генерал? Даже лучше, чем мы могли представить. Настолько сегодня всем стало радостней жить, будто мы не здесь, а в раю. Офицеры выбриты, солдаты поют в строю и готовы за вас умереть 10 000 раз. А вот порошок, что пора вам принять сейчас. Генерал, объясните подробнее про порошок. Ну, такой порошок, вроде как бы на посошок. Никогда не слышал я о таком порошке. А зачем вам шарфик и табакерка в руке? Почему вы бледны? Отчего дрожит голосок? Пройдет. Поручик, бейте его посильнее в висок. Летит весь мир ко всем чертям. Война по всем фронтам. Ракеты бьют по площадям, больницам и домам. Вопрос нелеп, смешон и глуп, как чучело моржа. Скажите, братцы, как ввести нам в Грузию ежа?
И смех, и грех, и стыд, и срам, Гоморра и Содом. Какой тут еж, когда от бомб обрушился твой дом? Какой тут еж, когда детей в охапку и бежать? Какой тут еж, когда тебя явились убивать? Да знаем, знаем, орки мы, мордва, макша, машка. Нас выплюнет родной народ, его сметет рука. Не рады здесь, не рады там, и мы бежим, бежа. Скажите все же, как ввести нам в Грузию ежа? Нам слишком долго внятен был эфирный перезвон. Нам долго в уши лил елей вечерний мудозвон. Рассохлись скрепы, слышен визг и скрежет крепежа. Скажите, как теперь нам быть и как вести ежа? Откуда эта чушь и блажь, московский сытый бред? Из довоенных теплых дней, которых больше нет? Под хвост какая, милый друг, попала вам вожжа? Куда бежите вы? Зачем вы тащите ежа? Везут собак и обезьян, шиншилл и хомяков, и попугаев, и котов, сурков и пауков, и змей везут, и черепах, енота, и чижа. Но нет ответа, как ввести нам в Грузию ежа. Куда, куда вы собрались, национал-бомжи? Ни вы там, в общем, не нужны, ни ваши, блин, ежи. А может, еж ваш патриот и любит сок берез? Ильин ему куда милей, чем Сартр или Делез. Сметают сахар, спички, соль. Настал последний час. Студеный март, как леденец, облизывает нас. Глупее фронды не сыскать, тупее мятежа. Иди на площадь, наконец, возьми с собой ежа. Пусть он покажет, как вставать навстречу букве Z. Пусть он покажет, как давать за всех один ответ. Когда на улицах союз гадюк и гипножаб, ежи всего нужнее тут, пусть еж возглавит штаб. Нам не отмыться до седин, до самых смертных дней. Бывали хуже времена, но не было смешней. Чужая жизнь на волоске, на кончике ножа. А нас все мучает вопрос, как вывести ежа. Учил нас летчик Антуан, но позабыт урок. Когда растили мы детей, кто шел на третий срок? Когда сажали дивный сад, когда трубили сбор? Кто воровал, кто убивал и кто точил топор? Вы думали, что он ручной? И что он на цепи? Проснулся господин дракон, и пасть его в крови. Нам отвечать за палачей, безумцев и ворюг, хотя они не брали хлеб из наших слабых рук. Летим по миру, словно пух, чертополох трава. Перекати по полю тень, перепиши слова. Ах, Катя, вот уже 100 лет царапина свежа. И так же мучает вопрос, куда девать ежа. Горит костер на черной земле, весна никак не придет в пригород. Кусочки пепла реют над дымом, мелкие черные чешуйки. Некоторые обугливаются на лету, распадаются и исчезают. Это мои слова. Их не сформулировать, не произнести. Они обессмысливаются и сгорают над этим черным костром на обочине дороги. У разноцветных домиков разномастные заборы. Не работает светофор. На дороге лежит велосипедист, обнимая ногами велосипед. Похоже, просто ехал мимо. Вот еще одна черная чешуйка в воздухе. На дороге лежат люди. Ух, какие неудобные позы. Неудивительно, руки-то связаны. Зачем же так лежать? Дальше к речке, там песчаный берег. И здесь люди выглядывают из песка. Смотри, как мы спрятались. Надо вернуться к костру, смотреть, как пляшут частицы сажи. Это то, что я должен сказать, но оно сгорает и распадается. Здесь жили люди, и были нелюди, те, которые «иди и смотри», и прочий ужас моего совкового детства. Миру мир, нет войне, голуби эти бесконечные, вот они все, реют над дымом. Как все это теперь наизнанку? Надо их всех найти. Тех, кто стрелял. Такое не имеет срока давности. Иначе этот костер никогда не погаснет. На черном асфальте со следами гусениц. И все так же над ним будут плавать обугленные чешуйки, частицы сажи, легкий бесформенный пепел, бессмысленные слова.
Если там, за небесным столом, сядут рядом убийцы с убитыми, я уйду, хоть махая крылом, хоть стуча обреченно копытами. Я, конечно, не ангел, не бес, я лишь кроха в хлебах человечества. Я ищу в зазеркалье небес отражение земного отечества. А пока повторяю в бреду, да не мне это право отмщения, но я встану и молча уйду от стола, где царит всепрощение. И возникну, светясь от любви и от горечи солнечным катышком, там, где братья и сестры мои мне кивнут, усадив меня рядышком. А чем завершается родина? Не рамкой в аэропорту, а хором придурков юродивых, истошно орущих «Ату!». А может, она завершается усердным трудом стукачей, строчащих доносы на улицах, что названы в честь палачей? Так чем завершается родина? Привычным, бесстыдным враньем, разбойничьей песней застольную, которую с детства поем. А может, она завершается сознанием, что ты имя рек, и время стоит, руки за спину, шаг влево, шаг вправо, побег. Вот чем завершается родина: презрением холопов к тому, кто выйти из строя осмелился, что их не подвластно уму. А также она завершается тем страхом, что держит в тисках тиранов тяжелую поступью и кровью на их сапогах. Вот так завершается родина. Чтобы сделаться волком, куницей, кабаном или барсуком, нужно рыть на рассвете яму тайком, лечь в нее целиком, жадно есть и нахваливать рыжей землицы ком. Встанет солнце и скажет: «Русский солдат, оставайся тут. Тех, кого отрыгнула бойня, нигде не ждут. Позаботься о дочках своих, не тащи к ним отца мерзавца. Не ходи домой, стань тритоном, полозом, зайцем. Чтобы стать осетром, судаком, рапаном, морским коньком, погрузи себя в Черное море, далеко за буйком. Встанет солнце и скажет: «О, молодец боец, усвоил урок. Был бездарный урод, а нынче наоборот, симпатичная афалина, сиреневый корнерод. Чтобы быть пеликаном, чайкой, иволгой, глухарем, вообще ничего не нужно, просто прыгнули и орем. Можно сбиться в красивый клин, можно спеться в нестройный хор, жить среди дубов и калин, родников и гор, пролетать над тем, что недавно город, теперь только кровь и гарь. Солнце встало давно, превращайтесь в ястребов и гагар. Возвращаться домой не нужно. Для чего нам в доме убийца? Начинай извиваться, ползать, рычать, щебетать, ветвиться, опылять каштаны и липы, жрать мышей, орать под окном в апреле, чтобы кто-то босой выбегал в апрель и сердился, что разбудили. В планах нолинский пряник, байкальский омуль, после идти по озеру на коньках, после утюжить Киев, бомбить Гостомель, после смотреть пушистые облака. В планах вести ладонью по полю злаков, после валяться среди луговой травы, после душить Ирпень и дербанить Харьков, после смеяться в отсветах синевы. В планах лететь в байдарке с бурлящей кручи, после сушить одежу на берегу, после ломать Херсон и кровавить Бучу, после идти в лесок собирать рву. После ты скажешь: «За что же меня? За что же? Я же как все, я же просто по баловству». Верно, мой милый, совсем ни за что, хороший.
просто за пряник, за облачко, за траву. Ждущих у входа нету. Там не стоит свобода. Мы превратимся в немцев 46-го года. Новое поколение будет носить, не скинув, робу вины, презренья, взгляд из-под лобья в спину. Будет метаться днями, будет не спать ночами и говорить с тенями, слыша в ответ молчанье. Стояли дети около клети, в них стреляли, они умирали. Стояли тучи около бучи, небо сырое плакало кровью. На камешках острых лежали сестры, бабы, деды, велосипеды. Стояли звери, хромые лапы, около двери лежали папы. Пахло горьким, пахло копченым, красное перемежалось с черным. Стояли боги возле дороги, но их в печали не замечали. Они наклонялись, за руки брали, детям шарфики поправляли. Последний парад. Что ответим мы детям, если спросят они про безумные эти окаянные дни? Кинохроники кадры перед фильмом журнал не смотрели бы, кабы не открытый финал. Подтянувши брючата, оттопырив зады, маршируют брусчаткой мародеров ряды. Марш все длится и длится, и вокруг по весне все бессмысленней лица, а кольцо все тесней. Благо песни задорны, благо мысли просты. Города дом за домом остаются пусты. Надпись «Едем до Зайна» так и рвется туда, где не все однозначно. Все для всех навсегда. Прилетел. Ракета, снаряд, не называть. Сирена, взрыв, не повод покинуть кровать. Привычка вторая натура. Страх ослабел. Взгляд привыкает к наличию мертвых тел. Прилетела издалека. Летит далеко, как в подземном тире. То в яблочко, то в молоко. Спокойно, без паники. Работает ПВО. Что сбито, упало, пропало. Всего ничего. Катится, катится к середине месяц апрель. По сути, сирена нежна, что твоя свирель. Что-то летит, прилетит, незнамо куда. Ни к тебе, ни в тебя, над тобою, мимо беда. Если нет подвала, есть проем несущей стены. Военно-весенние ночи, они особо черны. Военное время идет, по наклону скользя. Прилетело. А что и куда? Называть нельзя. Выходя на улицу, осмотрись, чтоб ни ленточки, ни ножа. Выходя из парадного, улыбнись и ныряй в воздушный поток. И плыви, как рыбонька. У тебя нету ручек и нету ног, ведь они пришли человеков ловить, а рыбку им не задержать. Когда 2 года тому назад город был пуст и гол, когда на мокрых квадратиках плит отражался угрюмый вокзал, мы думали, вот же, звали чему, и действительно, мор пришел.
и мы прикрывали носы и рты, а сейчас укрываем глаза. Проходя по городу, не считай, что все на своих местах. Кофейни, булочные, цветы, собачки на поводках. Скоро весна, скоро будет май, а вот и патруль идет. Ты рыбка-рыбонька, не всплывай, течение донесет. Еще 3 года тому назад мы слушали визг и хрип и думали: «Боже, какой же мрак! Неужто совести нет?» А 4 года тому назад всех болезней-то рак да грипп, и всем ужасно хочется знать, где были мы 8 лет. Ты заныриваешь в метро, если в городе есть метро. Ты поднимаешься из глубин, вода прозрачнее на мели. Скромно поблескиваешь чешуей, фальшивое серебро, вот на тебя посмотрел один. Ладно, почти пришли. А что мы знали о той войне? Напомнили, что прошла. Соседский дедушка приходил на пиджаке ордена, Рейхстаг, блокады, Гитлер капут. И песенка вроде была про Киев бомбили, нам объявили, что началась война. А там, как будто еще не там, про книги и про своих, ты входишь, отбрасываешь плавник, и воздух глотками пьешь. И я смотрю на вас сквозь стекло и вижу вас всех живых. И у каждого третьего в рюкзаке ленточка или нож. Говорят, на руинах изумрудного города вырос лес. Там дубы и сосны поднялись до 7 небес. Над головой земляники качаются, и трава до плеча прорастает через обломки желтого кирпича. И кусты стеной, и как жернова цветы. Говорят, их вырастили дриады, лиственные и хвойные, знойные, нечеловеческой красоты. Дочери ада, пророщенные в аду, единственные в роду, зачатые в том году, когда дуболомы Джуса с татухами на сучках изнасиловали всех девочек в зеленых очках. Заводная машинка времени. Ключик вставляешь ей в спину, повернешь осторожно, чтоб не скрутить пружину, превратишься в жука, поедешь, и вот тена. Наше стадное прошлое, сталинские времена. Вокруг каждой хаты кремлевские башни и стены. Времена изменились, но никто не заметил подмены. Ну вот, приехали, как бы не удавиться с тоски. Выходи, красотка, ночью, собирай колоски. Катят в колясках послевоенные инвалиды. В санаторном Сочи великолепные виды. Куда ни посмотришь, портреты Усача или Ильича. Ни кочерга для черта, ни Господу Богу свеча. Заводная машинка времени. Веселитесь, старушки-подружки. Вот вам брачная ложа из металлической стружки. Вот вам социализм, гори он синим огнем. Вот в глубоком бетонном бункере доисторический гном. Вот вам старые сказки поверх позабытой были. А гнома зовут Румпельштицхен, коль сказку не позабыли. Заводная машинка времени в каждом детском саду. Мелкий подземный гном вас крупно имел в виду. И вот мы сидим такие в кухне, прокуренной только что не насквозь, а где-то в руинах Киев, и мир, напоровшийся лбом на земную ось, обугленной серой пеной в горле слова, им любые песни тесны. Мы смотрим без цели в стены, в окнах весна. Хули толку от той весны? Еще не бомбят, спасибо. Бомбит лишь внутри от довольных счастливых морд. Сосед твой рисует зигу,
Ему хорошо. Он уверен, он прав и горд. Заслуженный будет титул у пятой колонны на острие штыка. А ты пока посиди тут. Подумай, что будешь постить завтра в ВК. Кому и о чем расскажешь, рискую потом присесть на 15 лет. И руки твои не в саже. И дом твой остался цел на твоей земле. И дети не по подвалам. И друг не в могиле общей с твоей родней. Но этого слишком мало, чтоб жить, как живешь, обернувшись своей броней. Тебе никогда не поверят, и в паспорт с гражданством пальцем брезгливо ткнут. Ты спросишь, а кто теперь я? Прогнил мой пряник, опять доедаю кнут. И смысла от рефлексии не больше, чем от бычка в дрожащей руке. Фашизмом блюет Россия по тесным кухням, в бессилии и тоске. То ли дождь, то ли снежные хлопья, карты путает март-интриган. Отчего ты глядишь из-под лобья, семилетний седой мальчуган? В сколах стекол оконная рама, сиротлив неприкаянный лес. Мир, в котором есть папа и мама, точно был, но внезапно исчез. Дом соседский, осевший, скрипучий, в обгоревшей стоит пустоте. Говорят, всякий выживший в буче сможет выжить отныне везде. Врос пейзажем в весеннюю слякоть, и уже никогда не умрет мальчуган, разучившийся плакать и смеяться на годы вперед. Он глядит на вселенную немо, прах и пепел под сердцем храня, и швыряет в бесстрастное небо самолетики судного дня. Их набирали не из тюряк, их не растили в блуде. Что поломалось у них внутри? Сразу, у всех подряд. Им просто втирали, что это враг. Перед тобой не люди. Что захотелось, то и твори. Вот они и творят. Ни из притонов, ни из трущоб, даже не из психушек. Жены и дети у многих есть. Матери есть у всех. Можно есть тому, кто не... Можно в упор из пушек. Им отменили совесть и честь. Им отменили грех. Как это просто. Слово сказать, слово, и сносит кровлю. Вчера ты был честный, а нынче вор. Нынче палач и гад. Общей статьей всех повязать. Общей пролитой кровью. Навесить на всех один приговор. Путь перекрыть назад. Мы с тобой не убиты ни в Буче, ни в Харькове. И цыганки давно ничего не вещали нам. Да и мало ли что с перепугу накаркали эти птицы зловещие у Верещагина. Я иду вдоль Тверской, по весне отрихтованной. Ах, Москва, как ты весело морду раскрасила! Парой прочных колец мы друг к другу прикованы. Светофоры тебя прошивают, как трассеры. Мы с тобой не убиты, Москва, и не взорваны. Москвичи по кюветам от боли не корчатся. Все надежно у нас, хорошо, даже здорово. Знай, живи. Только жить почему-то не хочется. Что-то нет у меня ни денег, ни чувства вины, ни надежды, ни веры в грядущее братство, ни знания броду. Утро в Варне,
Док идет волонтерить, пеку им туда блины, по заветам блаженной Ксении и согласно культурному коду. Мы ведь тоже бежали 5 лет тому из страны, на ходу раскидав, что было, раздарив, распродав, рассеяв. Но кое-что сохранилось. Стою на кухне, пеку блины, на чугунных своих сковородочках, вывезенных из России. Нам друзья притащили и сахар, и муки. Вот и тесто, кастрюля, и запах по всей квартире. Очень холодно этой весной, и новости слишком горьки. А зато горячи сковородочки, маленькие, все 4. Масло тихо шипит, обливая черное дно. На тарелке балканской горячие горы дымятся. Вот же глупость какая, пойти да напечь блинов. А стоишь и печешь, и не так уж вокруг и темно. И как в Питере ветром соленым пахнуло в окно. А блины, что блины, за 15 минут разлетятся.